Добрейшего девочки-денечка. На обед у меня. На второй обед. Сегодня у меня второй. Котлетка, помидоры и свежие огурцы. Сейчас буду лопать. Время 2:30. Перекусы я, девочки, никакие не делаю. У меня такие обеды, это их можно даже посчитать за перекус, правильно? Все, девочки, я что-то есть хочу. Приятного вам аппетита, и мне тоже. Здесь у меня ровно взвесил 201 грамм. Но 1 грамм я простила, потому что здесь в основном овощи. Говорю, ну уж это считать 1 грамм. Если тут картох все был, там вот это. Когда овощи, говорю, ладно. Не страшно. Пол помидор у меня и целый огурец. Сейчас попробую, что за котлетки получились. Я слепая, ничего не вижу. Мясистый, да? Такие вкусные. Помидоры, кстати, тоже шикарные. Спросила, говорю, вкусные помидоры? Она, да, прям сладкие такие. Котлетки нежнейшие. По соли вообще идеально. Девочки. И огурцы вкусные. Так вкусно все, я просто в шоке. То ела 3 раза в день, когда 2 раза в день. Сейчас вот, ну это у меня сегодня так. В основном у меня 3 раза я как-то, ну, 3. Ну, бывало и 2 раза в день могла есть. На даче так это вообще раз в день ела. А сегодня вот почему-то у меня получилось уже ем 3-й раз. Ну, как говорят, надо есть часто, но по чуть-чуть. Вот я решила этому и придерживаться. Представляете, можно есть 5 раз в день и при этом стройнеть. Это же круто. Вот это я понимаю, огурцы с помидорами. Вообще класс. Что, знаешь, купила в палатке. Девчонки, они в магазине. Вон эти какие. Какие сладкие. Кожа на помидорах такая тоненькая. Вообще прям класс. Надо сходить еще купить. А то я взяла 2 помидора. Все, это смех. Огурцы по 100 рублей килограмм. Помидоры 200, по-моему, с чем-то. А вот с чем, не помню. Как вкусно. Боженьки. Котлеты просто, я не знаю, шедевр. Может, из-за этого, из-за Геркулеса. Ну, хотя и с хлебушком было бы вкусно. Самое главное, чтобы не переборщить с хлебом. Mm-hmm.
Такие сладкие огурцы вообще. Или я, блин, голодная. Или не знаю что. Да, вот я правда понимаю, как я раньше много ела. Оказалось, мало. И там, например, ела котлету, да? У меня было там или макароны. Плюс там овощи. А овощи я почему-то за еду не считала. Думаю, все, там овощи ешь сколько хочешь. А сейчас вот я понимаю, вот 200 грамм это вот. Один огурчик маленький, пол помидорки, одна котлетка. Девочки, так вкусно. Я же, наверное, задолбала этим словом, да? Так вкусно, так вкусно. Это реально очень вкусно. Овощи очень вкусные. Прям очень вкусные. Говорю, в магазине они не те на вкус, а это прям вот как будто вот из грядки снял своей. Такие сладкие. Вообще. А помидор вообще класс. Шкура, ну кожа такая тоненькая. То бывает, шкурка такая невкусная, прям помидор. А это, о, мёдяные. Хром-хром. Только вот когда-то я недавно, буквально, что-то я из овощей ведь ела. И сидела, говорила, фу, что-то, говорю, либо овощи разлюбила. Говорю, даже не хочется. Нифига не разлюбила. Это просто были с магазина невкусные. Вот я ем, а с таким просто аппетитом ем. Когда невкусные, поэтому кажется, что что-то не то, да? Нет о них аппетита. Вообще, ребята, ешь и худей. Ну, а как никогда, прикинь, сегодня буду ужинать часиков в 6. До 6-то можно. Съем яичко. Наверное, просто яичко одно съем и все. Даже больше ничего не буду. Мне кажется, у меня прям сегодня идеальный день получился в плане еды, что я ела. С вами ела, девочки. Это все один день. Видите, я за один день сколько могу снять видео. Когда есть время, настроение. Завтракала с вами я яйцо и сыр. Немножко хлеба. Обедал с вами. Просто я же на несколько дней разложу видео. Я честный человек, поэтому я вам по-честному рассказываю. Вот. Обедал я с вами ребрышко, чуть-чуть пюре и капустка свежий салат. Вот ем теперь при вас котлетку и помидорку с огуркой. Вот,
честно, могла промолчать. Потому что прям многих вот, прям вот почему для них так важно, чтобы им снимали день в день. Ребят, ну какая разница, день в день или не день в день? Я же вам не показываю, например, летнее видео зимой. Тут, ну, задержка бывает даже неделя задержка. Ну, все равно это я вам показываю. Я могу вам каждый день выкладывать весь день. Ну, кто будет это смотреть? Поэтому приходится запланировать на несколько дней видео. Я же все равно показываю вам, как я проживаю свои эти дни. Понимаете? Поэтому, ну, так вот. Все. Короче, ля-ля-ля, наговорила. Думаю, поняли, что я говорила. Жалко, еще не умеет считать калории. Прям интересно, в день сколько съел калорий. Вот это я не умею. Вообще вот прям далека от этого. И даже и не собираюсь учиться их считать. Так охота вот это семечко от помидоров слопать. Все, девчульки, пообедала. Теперь до ужина. Меня ждет яйцо на ужин. Там и чуть-чуть картошки оставалось, аж кинул, съем. Посмотрю, может, доем это. Граммульку картошки. А может быть, выброшу яйцо, съем и все. Но это будет видно. Как проголодаю. Насколько голодаю. Ладно, девочки, до новых встреч.